кого он больше переживает, за Фернандеса или же за Ханью. Что касается Марины Зуевой в танцах, то мы уже знаем, что там предпочтения нет никому со стороны тренера, и там, кто оказывается сильнее на льду, тот, соответственно, получает практически все почести. Залезть в голову канадца мы, разумеется, не можем. Юдзуру Ханью. 18 лет ему исполнилось 7 декабря. Он впервые в сезоне исполнил с некоторыми помарками короткую программу, что, однако, не помешало ему занять третье место в непосредственной близости от самого Патрика Чана. Юдзуру Ханью. Thank you.
блестящее, феноменальное выступление Юдзуру Ханью. Очень